Когда я работал на железной дороге, мне довелось услышать историю о поезде номер 25. Августовской ночью, 40 лет назад, машинист с диким криком проехал мимо той самой станции, на которой ты сегодня вышел. Поезд неожиданно вошел в странный вязкий туман, взявшийся ниоткуда, а затем неожиданно пропал со всеми пассажирами. Более этот поезд никто не видел. Скажу еще кое-что. Каждый год со станции исчезают люди. Происходит это в тот самый день, когда пропал поезд. Даже в соседних городках люди обсуждали это, но внешнему миру старались сообщать поменьше. Сколько власти не расследовали эти случаи, ничего так и не выяснилось. Неудивительно, что многие боятся садиться в ночные поезда в августе. Но ведь сейчас как раз август. Поэтому я и вспомнил об этой истории. Завтра годовщина исчезновения поезда. Прошло ровно 40 лет. Подскажите, когда следующий поезд? Кто вы? Ну, пища. Оран, ты готов. Ты долго ждал и питался скудным. Но теперь получишь обещанное. Оно больше того, что ты ждал. Ты выпьешь его кровь вместе с его со мной. И сам сделаешься сильнее. О, Рантегатот, непобедимый, бесконечно великий, ты голоден, и я дам тебе пищу. Я буду питать тебя кровью, а ты меня мощью. Шудна-бурат.
странно.